Я могу рассказать, что в России я actually I'm from Belarus. Belarus? Yes. Oh, wonderful. Yes. В Беларуси я имела дачу, я имела большой участок, шесть соток. Я имела большой огород. Мы очень много сажали, хороший дом у нас там был. И поэтому мы любим землю. Мои родители жили на земле. Мы любим возиться с землей, мы любим это дело. Поэтому мы сюда записались, 4 года ждали, и где-то около 6 лет мы здесь. Мы высаживаем помидоры, огурцы, кабачки, петрушку, бураки, свеклу, то есть. И нам очень здесь нравится. Мы приходим сюда, мы отдыхаем не только телом, но и душой. Здесь тихо, спокойно, без всяких стрессов. Здесь очень хорошо. Окей. Спасибо. Пожалуйста. Здесь лучше, чем в каком-нибудь парке.